Мы можем бесконечно говорить о бездействии наших властей. И вот представляя здесь солдатские комитеты, которые уже просто устали вот слушать невозможность со стороны власти уделить нам внимание, которые понимают, что в силу того, что переселенцы в данный момент являются деморализованными, угнетенными. Бойцы нашей бригады, бойцы других подразделений, которых воюют жители Донбасса, приняли решение стать рядом с переселенцами. И мы несколько месяцев назад выступили с инициативой реализации пилотного проекта по обеспечению жильем вот этой категории, в том числе и военнослужащих жителей Донбасса. На данный момент мы увидели пока что благоприятное отношение со стороны Северодонецкой Рады, и в данный момент этот пилотный проект начал там жить.